сказать, я, Иванова Кристина, не получила пособие на детей. Позвонили в казначейство, нам сказали ждать. Ждем с 26 числа. Нам сказали, деньги ушли на асфальт. Власти, конечно, молодцы, но не забирайте деньги у наших детей. И еще, не выплатили за июнь месяц сиротские пособия. То же самое мне сказали в казначействе про дороги.